Хотя мы знаем, что приятный вкус – это еще не гарантия того, что продукт сделан хорошо. К тому же, если он одобрен управлением по контролю, то это не говорит о том, что его сразу же стоит покупать и доверять всему, что на нем написано. Но есть и такой тип людей, который предпочитает не знать, из чего состоит их любимая еда, чтобы просто не разочаровываться. Вы, вероятно, не задумываетесь о том, что происходит на предприятиях по производству еды. И в сегодняшнем новом выпуске мы посмотрим правде в глаза и расскажу вам о самых вредных и самых опасных продуктах, которые 100% присутствуют в вашем рационе. Но перед началом напомню, что вы можете подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропускать все самые топовые выпуски. Погнали! Мороженое. Если вы любите мороженое, особенно ваниль, клубнику или малину, то у меня для вас есть интересная информация. Лет так 7 назад в газете Time сообщалось о том, что ванильное мороженое может содержать в себе секрет бобров. И да, это не шутка, вы все услышали верно. Вообще мы знаем, что основные ингредиенты для изготовления мороженого – это сахар и молоко, иногда добавляют и яйца. Это все вместе смешивают, а затем замораживают при низкой температуре. Именно так и получается большинство видов мороженого. Однако компании, которые занимаются импортом, нуждаются в долгосрочном хранении продукта, чтобы доставить продукцию, которая не пропадет и будет годной к употреблению. Чтобы мороженое имело более долгий срок хранения, в него пичкают всякие стабилизаторы, один из которых включает в себя касториум. Его добавляют в клубничное, малиновое и ванильное мороженое. Это специфический пахучий секрет, вырабатываемый бобрами для метки своей территории. Его прекраснейший аромат можно почувствовать не только на мороженом, но и на многих других натуральных продуктах. Фабрики добавляют этот химикат, чтобы сделать запах сильнее. В следующий раз, когда вы безумно захотите клубничного мороженого, сначала подумайте, а мороженое ли вы на самом деле хотите. Напишите в комментарии, будете ли вы еще есть мороженое после такой информации. Пиво. Пиво уже является частью нашей повседневной жизни. Мало кто откажется от парочки освежающих глотков после тяжелого рабочего дня. Благодаря маркетингу в этой среде нам давно известно, что пиво бывает на любой вкус. Есть даже веганское пиво. Хотя по факту все может быть очень даже наоборот. После того, как в камеры, где производят пиво, добавят дрожжи, туда могут добавить также и желатин, изготовленный из рыбного пузыря. Это используется для того, чтобы сделать ваш напиток более прозрачным или чистым. Кстати, вы можете проверить наличие в вашем пиве рыбы, зайдя на сайт Barnivore. Там содержится список веганских и вегетарианских алкогольных напитков. Хлеб. Думаю, никто не хочет однажды обнаружить у себя в еде волосы. Но тем не менее, когда вы делаете себе бутерброд с хлебом, то не исключено, что их там не окажется. Большинство людей покупают хлеб в продуктовых магазинах. И нередко в товарном хлебе содержится добавка под названием L-цистеин. Это такая аминокислота, благодаря которой хлеб способен храниться дольше. Но она часто синтезируется из человеческих волос, а это, согласитесь, такое себе удовольствие. Иногда его берут даже из утиных перьев и коровьих рогов. Есть еще один факт, что большая часть волос, которые используются в производстве хлеба, поступает из китайских парикмахерских. Такое себе, да, кушать человеческие волосы? Выбирайте свежеиспеченный хлеб из пекарни вместо обработанного хлеба из супермаркета. Так вы очень сильно минимизируете попадание волос в рот. Сыр. Если вы вегетарианец и уверены, что сыр можно есть, то спешу вас сильно огорчить. Хоть сыр это и молочный продукт, многие считают, что он отлично вписывается в меню вегетарианца. Ни одно животное не пострадало при производстве, ну значит можно. На самом деле это не всегда так. Большинство сыров содержит соединение под названием сычужный фермент, которое знаете где находится? В желудке телят. Около 80% сычужного фермента, который используется сегодня, было генетически модифицировано. Для этого коровью ДНК ввели в определенные бактерии, грибы и дрожжи. Если сейчас у вас дома лежит сыр, то вы можете поискать в составе этот самый ингредиент. Если его нет в этом списке, значит сыр действительно подходит для вегетарианцев. А если все-таки присутствует, значит не такой уж вы и вегетарианец, поскольку сычужный фермент можно получить только убив животное. Сладости. Вряд ли вам захочется слушать эту часть, если вы любите конфеты. Думаю, хотя бы раз вам бросался в глаза очень красный цвет сладостей, будь то леденцы или мармелад. Вы задумывались, что способствует такому окрашиванию? Если нет, то я вынужден раскрыть все карты.
Из маленьких красных жучков производятся разные пищевые красители алого цвета. Но не стоит паниковать раньше времени, потому что они абсолютно безопасны и используются уже не первый век. Немного раньше их можно было найти в кофе Starbucks. Официальное название этого красителя – кошениль, а на этикетках может обозначаться как кармин или карминовая кислота. Советую запомнить или записать эти названия, если вы все-таки решили избегать этих добавок. Жвачка. Жвачка имеет вкусы и запахи на все случаи жизни, их просто невообразимое количество, но есть одна деталь, которая их объединяет. Все жвачки сделаны из овец. Если говорить более конкретно, то многие жевательные резинки сделаны из секрета, который образуется в кожных железах овец. Еще это вещество называют ланолином, и помимо жвачки, оно содержится во многих продуктах для кожи. А еще есть жевательные резинки, где нет этого вещества, зато используется синтетический каучук. Как вам такие новости? Но это еще ничего по сравнению с тем, что вы увидите дальше. Грибы. Думаю, мне ни одному кажется, что консервированные грибы похожи на банку с червями или личинками. Организация по контролю качества продуктов совершенно спокойно относится к наличию личинок в грибах до тех пор, пока они не превышают 20 и более личинок любого размера на 100 грамм грибов и жидкости. Чтобы вам стало более понятно, представьте, что одна емкость с грибами весит 165 грамм. Это означает, что в каждой такой емкости может быть 30 и более личинок. А теперь вбейте себе в голову, что вы практически ежедневно употребляете личинок. А что касается клещей, так они тоже тут присутствуют и в еще большем количестве. Это 75 и более клещей на 100 грамм грибов и пропорциональной жидкости. Как вам такая информация? Напишите об этом в комментарии. Фасованная говядина. Возможно, вам когда-нибудь приходилось слышать о розовой слизи. Но знали ли вы, что она присутствует и в говяжьем фарше? Многие супермаркеты добавляют этот наполнитель, сделанный из говяжьих обрезков, которые покрыты аммиаком, для того, чтобы снизить цену товара. Стоит отметить, что этот ингредиент вы никогда не увидите на этикетке, поскольку это все еще технически мясо. Полное название такого компонента – постная мелкотекстурированная говядина. Она может представлять серьезную опасность для здоровья, если с ней неправильно обращаться. Судебные процессы над крупной мясной промышленностью заставили огромные пищевые компании, такие как Макдональдс, прекратить использовать слизь в своих продуктах. Однако супермаркеты до сих пор могут обманывать население, заставляя его думать, что они все еще покупают свежий говяжий фарш. ММДМС. Нередко я слышу о том, что ММДМС являются безвредными и не содержат пагубных веществ от слова совсем. Но так ли это на самом деле? Полагаю, что нет. В 1976 году красные конфеты были запрещены, потому что людей смущал состав красителя. Предполагалось, что там даже присутствуют канцерогены. Один из известных докторов заявил, что существуют убедительные доказательства того, что эти нефтехимические продукты, которые содержатся в красителях, способны пагубно влиять на поведение детей. Что еще хуже, американское управление по надзору за качеством продуктов объявило состав ММДМС безопасным для употребления. Странно, почему компания не может поменять рецептуру. Их же вполне можно заменить на натуральные безопасные красители. Фастфуд. К этим продуктам относятся гамбургеры, лапша быстрого приготовления, картошка фри и любая другая быстрая пища. Еда этой категории достаточно быстро насыщает и утоляет голод, хотя это очень кратковременное чувство. Кроме того, по цене она не очень дорогая, и купить ее можно на каждом шагу. В таких пищевых продуктах, которые называются фастфудом, есть очень опасные вкусовые усилители. Не обошлось здесь и без широко известного глутамата натрия Е621. Этот химический состав может усилить вкус любого блюда. Он хоть и не запрещен законодательством, но очень плохо сказывается на самочувствии человека и его здоровье. Основной вред этой Е-добавки заключается в том, что она провоцирует скорое привыкание. Людям, которые питаются преимущественно фастфудом, нормальные продукты кажутся не такими вкусными, иными словами, вообще никакими. Да и ко всему к этому он негативно влияет на нервную систему человека. А что касается картошки фри, так она довольно вредна и без наличия добавки. Она сама по себе очень калорийное блюдо с большим числом углеводов и жиров. Липиды, которые она содержит, это те же самые трансжиры, которые являются причиной следующих заболеваний человека. Сахарный диабет, атеросклероз, увеличение веса, повышенное давление, сердечный приступ, инфаркт, инсульт, нейропатия – этот список можно перечислять бесконечно. Ученые доказали, что трансжиры провоцируют генетические изменения в клетках, которые могут привести
привести к раковым болезням. Вред жареной картошки усугубляется также и тем, что в столовых ее готовят в масле, которое уже многократно использовалось приготовлением. Именно такое приготовление картошки делает ее очень опасным канцерогеном. Маршмеллоу. И, наконец, первое место в нашем топе занимает всеми любимые маршмеллоу. Их можно есть где угодно. Во время поездок, на прогулке, на отдыхе. Их добавляют в какао, жарят на огне, но все ли безопасно, как вы думаете? Вы задавались вопросом, почему вегетарианцы и веганы избегают этого продукта? Хоть он и не является мясным или молочным, но все-таки имеет связь с животными. Дело в том, что маршмеллоу изготавливается из желатина и животного белка. Все не так уж и плохо до тех пор, пока вы не узнаете, из чего же именно делается желатин. Путем варки шкур и костей животных. Да, это правда так. Ну что, кто-то еще хочет маршмеллоу? Это был топ-10 продуктов, от которых вы можете отказаться после просмотра видео. И напишите в комментарии, какие из продуктов вашего рациона больше никогда и ни за что не появятся в вашей продуктовой корзине. Буду надеяться, что этот выпуск вам понравился и был полезным. Если это так, то ставьте свои королевские лайки, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, и больше никогда не пропускайте все самые топовые выпуски. Спасибо за просмотр!